Всем доброе время суток. Сегодня опять посылка с AliExpress. Заказывал я два чехла на телефон Fly IQ 4410. Вот видим такая упаковочка. Будем открывать. Обошлось мне в $7. Это по 3,50 каждый чехол. Ну, пленку я попросил бесплатно мне ее. Как бы подарили. Вот видим два чехла. Тут у нас пленочка такая специально для IQ 4410. Сейчас даже посмотрим, подходит ли она нам. Так, угу. Ну, вроде так совпадает, смотрим. А нет, смотрите, немного большая. Ну, я думаю, можно отрезать. Так, перейдем к чехлам. Вот такие у нас чехлы. Второй такой же самый. Думаю, не стоит открывать. Давайте посмотрим, сравним. Ну, видим, они одинаковые. Итак, сейчас посмотрим, как они лежат в чехле. Сам телефон входит достаточно плотно. Вот. Пошел. Вроде идеально вот положился. Вот все разрезы совпадают. Зарядка, наушники, громкость. Все идеально подошло. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.